Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется «Чистка психических расстройств, депрессии, зависимости от зависимости». Зависимости могут быть разные. Даже от лекарств, даже от алкоголя, даже от компьютерных игр, даже просто от соцсетей зависимость у кого-то, а у кого-то еще какие-то наклонности или у кого-то от какого-то человека вы зависите, или вы не мыслите свою жизнь без кого-то, да, вот у вас такая вот зависимость от кого-то. Ну, зависимости разные, разнообразные. Так, я сейчас буду с вами работать, друзья. Во всех моих ритуалах работает энергия, даже если вы впервые зашли на мой канал. Я держу вас всех в ритуале, в моем канале, в энергетическом потоке. Высшая сила помогает через меня, друзья, в каждом моем ритуале, в каждом моем видео работает энергия. Конечно же, благодаря моим наработкам, моей практике, моим практическим, магическим наработкам. Все в мире есть энергия. На этом основаны все мои ритуалы, друзья. Все мои ритуалы работают по-разному на вас, но все они приносят положительный результат. Об этом вы пишете в комментариях, но вы все разные, поэтому кому-то нужно подольше посмотреть, а кто-то сразу получает положительный результат. Результаты могут быть разные, друзья. Вы должны это понимать. Звезду с неба я вам, конечно, не дарю, но, пожалуйста, смотрите. Я помогаю вам улучшить вашу жизнь или справиться с вашими проблемами, или как-то быстрее решить ваши проблемы, или выйти из каких-то затруднительных ситуаций в вашей жизни. Друзья, я вам помогаю. Вы просто смотрите, да, пожалуйста, смотрите. Активировать мои ритуалы не нужно специально, все уже работает. Вы уже в ритуале, в потоке, в энергетическом потоке. Вы можете зевать, у вас могут быть еще какие-то другие ощущения. Я могу молчать, могу разговаривать в моих ритуалах. Это мой ритуал, я вас всех держу в канале, в энергиях, друзья. Поэтому не волнуйтесь, когда я разговариваю. Мы уже в ритуале. Комментарии ваши читаю, пишите. Благодарю вас за комментарии, за лайки, за донаты, за помощь в развитии канала, за благодарности мне. Я вас всех благодарю, друзья. Так, чистимся, работаем. Голова, психика. Психические расстройства разные. У нас сложная жизнь сейчас. И психологические, и психические бывают расстройства. На каждом шагу ситуации сложные, и депрессивные состояния, и стрессовые какие-то состояния. И просто усталость, когда вы постоянно в напряжении, или вы нервничаете постоянно, а потом у вас просто нет сил, потому что вы обесточили себя, или кто-то вам помог вас обесточить магическими методами, не магическими. У меня эзотерический, магический канал, у меня такая тема. Я работаю с негативом, с разными видами негатива. Кто-то на вас влияет, или вы поддаетесь чужому влиянию, или вы слишком близко к сердцу, эмоционально на все реагируете, поэтому у вас бывают такие стрессовые состояния или какие-то подавленные состояния у вас бывают. Очень жарко сейчас, я вам рассказываю, энергия уже идет. Очень жарко мне в этом канале, в ритуале этом, конечно, я только рассказываю, а уже все работает. Конечно же, работает благодаря мне и моей энергетике.
Энергию беру из пространства, друзья, но всех держу в канале. Вас всех? У вас может быть прилив сил, энергии, какие-то волны. Закручивается спираль вокруг вас энергетическая, или какие-то круги, волны, или какие-то другие состояния. Вы можете зевать, вы можете прослезиться, вы можете дремать. Это нормальное состояние в моих ритуалах. Сердце сейчас, как будто бы жар в груди, в сердце, вот это вот декольте, солнечное сплетение, тепло, жарко, душно кому-то. Если у вас нет таких ощущений, вы можете быть малочувствительны, или у вас рассеянное какое-то внимание, вы не привыкли наблюдать за собой, друзья. Не волнуйтесь, ничего страшного, вы уже в ритуале. Вам иногда нужно настраиваться. Бываете в разном состоянии. Мы все бываем каждый день в разном состоянии. Ритуал работает независимо от вас, от ваших ощущений. Все работает. Лоб переносится сейчас, можете чувствовать. У кого-то стопы, кто-то из вас чувствует стопы. Вибрация, голени, стопы, как будто бы вибрируют. Это нормально. Голова, психика, расстройства психические разные. Выходим из депрессивных состояний, уходим из этого состояния, переключаемся на что-то другое, на другое состояние. Выходим из состояния депрессии, обрываем зависимости, прерываем ваши зависимости от чего-то или от кого-то. Можете чувствовать, как в голове что-то вибрирует, или что-то меняется, или что-то крутится в голове, или вокруг головы, и в солнечном сплетении, и вокруг шеи, в разных чакрах, в разных точках. Вы можете чувствовать по-разному.
Я здесь, не волнуйтесь, я работаю с вами. Ощущения меняются. В начале ритуала были одни ощущения, сейчас у вас меняется. Ваше состояние меняется. А у кого-то осознание приходит или какая-то информация у вас приходит? Не у всех, у кого-то приходит информация, или вы начинаете понимать по-другому что-то, или у вас какие-то, знаете, озарения, вот надо было сделать вот так, почему я не понимал этого или не понимала. Тоже у вас может быть такое состояние, когда вы начинаете что-то понимать, или по-другому начинаете рассуждать, или вы начинаете видеть то, что было скрыто от вас. Тайное становится явным. А у кого-то такое состояние, как будто бы волосы на голове шевелятся, да, волоски, или как будто бы вас кто-то гладит. Я никого не глажу, так работает энергия. Можете чувствовать вибрацию или кого-то, как будто бы ноги гудят, или вы устали, да? Или как-то вот в голове гул какой-то в голове можете чувствовать. Не все, не все. Как будто бы изнутри в голове что-то вас отпускает, куда-то улетучивается депрессия, куда-то уходит. Какие-то привязки обрываем, сжигаем привязки. Или кто-то вас держит.
Как ваше состояние? Становится легче, да, в голове, как будто бы. Как ниточки какие-то обрезали или вас освободили в голове, как будто бы, да? Такое состояние. То, что вас держало, как будто бы вас освободили от чего-то снаружи и внутри. Тяжесть уходит, верхняя часть спины освобождается, поясница освобождается, шея освобождается. А кто-то освобождается от болезней сейчас, от разных болезней, или вам становится легче, от боли вы освобождаетесь. Это же потому что постоянно пьете какие-то лекарства от боли, да, болеутоляющие и другие. По поводу консультации, друзья, пишите в WhatsApp, Viber, Telegram, только SMS. Не звоните мне, пожалуйста. Моя консультация платная. На консультацию мы разговариваем по телефону о ваших проблемах. Записываемся на консультацию заранее. По поводу индивидуальной работы с вами тоже пишите в WhatsApp, Viber, Telegram. Тоже SMS, друзья, пожалуйста. Я буду закрывать ритуал, потому что у меня уже... перенасыщение, очень жарко, и уже такое перенасыщение энергиями идет. Кому недостаточно одного просмотра, смотрите несколько раз этот ритуал и другие мои ритуалы. Я вас благодарю всех за все, жду вас на моем канале, до встречи, друзья!